Мой первый концерт – ежегодное мероприятие фортепианного отделения музыкальной школы. Более 10 первоклашек отделения, кто-то легко, кто-то, справившись с волнением, провели свое первое выступление на сцене, которое наверняка останется в памяти на много лет. Частью программы вечера стало выступление участников конкурса «Человек с фронта». Молодежный совет города, директор музыкальной школы Ирина Прудникова и хор «Ивушка» представили свои композиции, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Организовал конкурс «Человек с фронта» фонд АТР АЭС. Мероприятие проходит в несколько этапов в атомных городах и призвано почтить подвиги советского солдата во время войны. Свое предпочтение жюри, находившееся в зале, отдало выступлению Ирины Прудниковой. Она и продолжит участие в конкурсе на следующих его этапах. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.